Украинская власть, спасибо вам за это все. Твари вы. Сами попрятались, денег нагребли, а мы тут помираем теперь. Защитники. Какие они защитники? Попрятались вот там на заводе, в центре города. Зачем? Чтоб бомбили дома мирные. Людей некуда девать. Куча трупов. Сынуля, я живу. Я надеюсь, что этих гадов выбью. Найду мать. Заходят в дома, выгоняют жильцов, с окна стреляют. Я не знаю, люди сидят в подвалах по 10 дней. Ни еды, ничего. Потом открывают уже, российская армия приходит, там выходят вот такие. Вы долго тут, не знаю. Все. Зеленскому привет, отлично. Я доценка Светлана Григорьевна, 68-го года рождения. Что ж ты натворил, Вася, а? Что ж ты натворил, а, тварь? Что ж вы натворили? Сколько людей, а? Сколько сирот, сколько... Это же ужас! А? Просто нету слов, что ж вы делаете, гады? Люди горели, падали. Дети голодные. Даешь кусок хлеба, у них трусятся ручки. Бессовестные!